це такий важливий орган людини, який потрібно постійно берегти та зміцнювати. Про роботу серця сьогодні будемо говорити з Кірою Писаревською, лікаркою, кардіологиною, кандидаткою медичних наук. Дуже рада бачити вас у нашій студії. Пані Кіро, з приводу серця, насправді, це взагалі усе, що говориться людиною, як вона живе, як вона відчуває і що вона робить, це все пов'язано з її серцем. З міцною роботою серця. Це такий орган, який просто надзвичайно важливий, і ми всі про це знаємо. Але ж люди дуже часто скаржаться на те, що серце починає працювати якось не так. Воно болить, воно десь, можливо, дає збій, і ось тоді починаються проблеми. Як же дізнатися, що з вашим серцем, що не так, що саме не так? От які рекомендації можуть дати лікарі в першу чергу? Я хочу сказати, що... Можна я буду російською мовою? Будь ласка, так, будь ласка. Ми всі в поисках волшебної таблетки, волшебної капельниці, яка може нам допомогти підтримати наше серце. В первую очередь мы все любим капельницы, какую-то таблетку принять для того, чтобы поддержать наше сердце, для того, чтобы насытить витаминами, для того, чтобы подпитать, прочистить как ёршиком наши сосуды и провести детокс. Желательно это сделать 2 раза в году, и будет нам здоровье и счастье. Но на самом деле такого волшебного средства нет. Хоть мы и видим в интернете всплывающую рекламу, в которой все говорят, что вот врачи скрывают, врачи не знают, нам не рассказывают, а вот есть волшебное средство только у нас, смотрите, заходите. Но, к сожалению, это все неправда. Ну, это уже повинно насторожить, когда кажут, что ось воно знайшлось. Так. И мы должны знать, что ни одно заболевание сердечно-сосудистой системы не профилактируется, не предупреждается капельницами. То есть внутри введением каких-то препаратов. Ни артериальная гипертензия, ни ишемическая болезнь сердца, ни хроническая сердечная недостаточность, они не лечатся и не постоянным введением капельниц. Mm-hmm. То есть капельница – это прерогатива именно острой ситуации. Это неотложная помощь, скорая помощь. Или ну, далеко, стационаре, или далеко зашедшие, так, декомпенсированные ситуации в стационаре или в реанимации. Вот тогда действительно необходимо внутривенное введение каких-то препаратов. А вот волшебной таблетки, которая предупреждала бы это заболевание сердца или капельницы, такого нет. Ну, хотя, знаете, все-таки есть. Эта волшебная таблетка называется «Здоровый образ жизни». Я знаю, что это уже скучно, неинтересно, об этом все абсолютно рассказывают, все об этом говорят, это надоело, потому что намного легче принять таблетку, чем ежедневно заниматься собой. Это ежедневное правильное питание, это ежедневные умеренные физические нагрузки, это соблюдение режима сна и отдыха, это полноценный здоровый сон, это уход от токсической работы, которая вызывает психоэмоциональные стрессы постоянно, это гармония души и тела. Вы знаете, в рекомендации 2020 года по введению пациентов с артериальной гипертензией в перечень профилактических мер, которые помогают предупредить повышение артериального давления, вошла такая рекомендация, как медитация. Угу. То есть это действительно существующие рекомендации, то есть то, что помогает нам расслабиться, знайти спокій, врешті-решт. Вот це дійсно те, що нам може допомогти. Так, і дуже добре, що зараз лікарі звертають увагу на те, що такий темп життя, він підвищився. Він зараз такий, який не дає людині можливості зосередитись і розслабитись водночас. І люди шукають виходу. А якщо ще і порушення зі сном, наприклад, чи харчування не досить повноцінне, то все, у людини починають з'являтися різні хвороби, різні проблеми, ну і врешті-решт з серцем, мабуть, і також. Тому, звичайно, це все хотілося би мати, і хотілося би мати всі рекомендації, про які ви сказали, не просто чути їх, а ще і на собі відпрацювати. Так? Скажіть, будь ласка, пані Кіро, чи ці рекомендації стосуються здорових, чи все ж людей вже з проблемами серцево-судинної
хвороби? В першу чергу, для того, щоб сохранить здоров'я, необхідно придерживаться цих рекомендацій. Но також, в першу чергу, ці рекомендації важливі для пацієнтів, які вже є серцево-судинні захворювання. Ви знаєте, во всіх рекомендаціях, протоколах лечення європейських, американських, британських, українських, первым пунктом лечения всех сердечно-сосудистых заболеваний идет модификация образа жизни. Угу. Так, як же не пропустити початок перебігу захворювання, бо якщо людина вже почула і щось відчула на собі, вона знає, що все було добре ще декілька років тому, а тут ось чи колить серце, чи болить, чи ниє, чи навіть пече, дуже часто люди звертаються вже з такими скаргами, то, мабуть, це вже пізно, чи це ще можна щось зробити в такому випадку? Ну, хочу сказати, що дійсно потрібно звертати увагу на своє самочувствие. Появлення якихось нових симптомів, нових жалоб – це той дзвоночок, коли потрібно обов'язково звернутися до лікаря. Но, к сожалению, в кардіології жалоби і самочувствие – це дуже ненадежний критерій. Як правило, вже проявляються з плохим самочувствием далеко зашедшее заболевание. Це вже пізно виходить. Да, іноді перша жалобы у пациента может быть развитие инфаркта или инсульта. То есть уже произошла необратимая катастрофа. Потому так важно так называемые профосмотры, которые сейчас называются новым модным словом, как кардиочекап. Раньше это было слово диспансеризация. То есть обязательно здоровые люди должны обращаться к своим семейным врачам для того, чтобы проводить определенные обследования для выявления скрытых заболеваний сердечно-сосудистой системы. Как часто нужно обращаться, как часто приходить, это определяет ваш семейный врач. Но для кардиологических заболеваний я могу сказать, что если это мужчина старше 40 лет или женщина в менопаузе, необходимо обязательно обратиться к кардиологу для выявления скрытых заболеваний сердечно-сосудистой системы и для своевременной профилактики и лечения. Скажите, пожалуйста, если, например, людина ось приходить один раз на рік і проходить звичайне обстеження, так, ехокардіограма, наприклад, серця, вона може показати свої результати досліджень і, наприклад, нічого не з'ясувалося. Чи можуть бути ось такі потаємні вади серця, про які не дізналися, не показала кардіограма, наприклад? Я хочу сказати, що в першу чергу, коли пацієнт приходить к врачу, перед врачом стоїть дві основні задачі. Це определить, есть ли у пациента заболевание сердца. Если этого заболевания сердца нет, то какой у него риск развития этого заболевания в ближайшие 10 лет. Для определения этого риска существуют шкалы, международно принятые, которые учитывают определенные параметры, такое как возраст, пол, курение, артериальное давление и холестерин. Это то, что влияет на дальнейший риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Если же у пациента есть признаки заболевания сердца, то врач должен определить, причина в том, что есть структурная патология сердца, то есть какой-то клапан работает неправильно, сердечная мышца плохо сокращается, или есть воспалительный процесс. Или же структурно орган работает хорошо, все правильно, но, то есть структура органа не нарушена, но что-то заставляет наше сердце работать неправильно, сбивает его с нужного ритма. Это может быть патология других органов, это может быть гормональный дисбаланс, например, щитовидная железа работает неправильно, или же анемия, то есть хроническая гипоксия, нехватка кислорода вызывает определенные симптомы. То есть врач должен проверить, провести обследование для выявления причины. Именно найдя эту первую причину, мы сможем назначить лечение, которое влияет именно на источник и предупреждает развитие всех симптомов. Дуже багато сумісних захворювань, так, які на перший погляд можуть нам здатися серцевими і, або серцево-судинними. Тобто десь отут в області серця болить, так, але насправді це може бути зовсім іншою причиною. Так, 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 так. З приводу тих патологій, які взагалі не проявляються. Ну, от, наприклад, вегетосудинна дистонія, про яку говорять багато, і мешканці великих міст, вони скаржаться найчастіше, особливо жінки, вони говорять про те, що ось в мене все болить, мені погано, але це не хвороба, так?
По поводу сердечно-сосудистых заболеваний, таких как вегетососудистая дистония, это диагноз вообще всех стран постсоветского пространства. То есть за границей Америка, Европа, у них нет такого заболевания. Нет четких, даже у нас нет четких критерий, нет четкой классификации. И также нет определенного лечения этого заболевания. То есть лечение есть, это тоже модификация образа жизни и правильный здоровый способ жизни. Почему же мы ставим это вегетососудистую дистонию? То есть, когда пациент приходит к врачу, пациента много жалоб, беспокоит одно, второе, но врач не находит никакое органическое поражение, как я сказала, органов. Тогда мы списываем все на вот дисбаланс той же самой вегетативной нервной системы. Но прежде чем сказать, что виновница именно она, мы должны удостовериться, что действительно не пропускаем никакую другую патологию. Ведь за этой вегетососудистой дистонии, так называемой, может скрываться та же самая анемия, неправильная функция щитовидной железы, головные боли, напряжения. Также это может быть депрессия или панические атаки, которые необходимо лечить у врача-невролога и психиатра. То есть пациент ходит длительное время с определенными жалобами, но из-за того, что мы не подумали, не отправили, не проверили, пациент не получает того самого необходимого лечения для исключения и предупреждения этой болезни. С приводу нервовых таких випадків, ну, я маю на увазі, от, наприклад, людина перенервувалася і в неї болить серце. І дуже часто чутно і кажуть, що ось мені погано, і одразу ж ось важкість в серці, погане самопочуття, чи можна впоратись з цією проблемою, і чи справді наша збуджена нервова система може вплинути на погану роботу серця, ну, на потім вже погану. Действительно, стрессы значимо изменяют работу сердечно-сосудистой системы. Во время стресса включается так называемая симпатическая нервная система, которая заставляет сердце биться чаще, сильнее, вызывая повышение артериального давления. Если психоэмоциональный стресс длительно протекает, то это значимо повлияет на сердечно-сосудистые заболевания, может приводить к артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца. Это уже доказано многими исследованиями. Когда это профилактика этого. Только психоэмоциональный покой, который тяжело... Все пункты есть, так? Так. Это ежедневная работа над собой, о которой мы говорили, здоровый образ жизни, и прием препаратов, которые у вас есть. Если есть сердечно-сосудистые заболевания, есть определенный перечень препаратов, которые вы должны постоянно принимать. Наши пациенты очень любят карвалол, карвалтап, карвалмент, которые принимают при эпизодических ситуациях, когда болит сердце. Вже в аптеку одразу. Так, во-первых, там есть препарат такой, как фенобарбитал, который относится к успокоительным препаратам. Вторым есть там ментол, который обладает охлаждающим эффектом. Он снимает спазм сосудов сердца, вызывая небольшое облегчение. Но дело в том, что тут еще очень большой эффект того, что пациент, как говорится, при деле. Он занимается, он принимает, он пьет водичку, он пьет лекарства, он отвлекается от всех остальных ситуаций, которые его окружают. И тут больше идет эффект того, что пациент занимается, старается абстрагироваться от ситуации, которая есть сейчас. Это больше помогает. Но самая главная помощь, которую мы можем оказать нашему сердцу, это ежедневная постоянная терапия подобранных препаратов. Угу. Якщо людина, наприклад, у віці, і ось теж можна почути про деякі препарати, які можуть підтримати ваше серце. Я хотіла запитати вас як фахівця, чи насправді це є, чи можна довіряти таким препаратам, які підтримують нібито роботу якогось органа. Ну, от зараз ми про серце говоримо. Я хочу сказати, опять же, то, що говорила в самом начале. Всі сердечно-сосудистые заболевания – это хронические болезни. О них невозможно вылечить. Их можно контролировать. Контроль этих заболеваний, в первую очередь, модификация образа жизни и ежедневно постоянная плановая терапия именно вашего заболевания. Потому как мы можем поддержать наше сердце? Первое – правильная установка диагноза. Второе –
правильное питание, правильный образ жизни. И третье – препараты. Для того, чтобы правильно подобрать препараты, нам что нужно? Нам нужен врач. Обов'язково. Врач, без лікаря не буде. Врач, которого мы любим, верим, доверяем, прислушиваемся к его советам и можем задавать вопросы, получать вопросы и всецело доверять этому человеку. То есть это compliance, и это постоянное взаимодействие друг с другом. Это то, что может поддержать ваше сердце. Но опять же, нет какого-то эликсира молодости, который ты выпил, и ты здоров. Такого так. не буває. Ну, хотілося б, але ні. З приводу таких екстрених випадків, коли, наприклад, схопило серце. Ну, що це? Це, наприклад, воно колить, чи воно там десь вже довго болить. І в народі прийнято вважати, що ось візьміть, будь ласка, мізинчик ваш, і дуже міцно притискайте і відпускайте. І ось це вам допоможе на деякий час позбутись цієї проблеми. Чи це правда, чи це працює? Ну, і не лише це. Тут... Це можна робити, поки ви чекаєте, коли до вас приїде швидка допомога. Так, зрозуміло. Тільки в цьому випадку ви можете це робити. Тобто, важливий вопрос. Дійсно, мы привыкли, что если где-то боль здесь, то это сердце. Но это может быть не сердце, это может быть позвоночник, это межреберные нервы, которые идут, это может быть миалгия, это может быть сердце. Но если вдруг неожиданно возникла сильная боль, которая не проходит, которая не дает ни вдохнуть, ни выдохнуть, которая длится больше 15 минут, необходимо обязательно вызывать скорую помощь. Терпіти не можна, ні в якому разі. Да, ми можемо, необхідно прийняти обов'язково таблетку аспірина 300 мг, розжевати і проглотити. Це прийом препаратів нітрогліцеріна, кожні 5 хвилин по одному вприскиванню, три рази, для того, щоб зняти спазм коронарних артерій. І, звісно, ми чекаємо, поки приїде скорая допомога. Так, дуже вам дякую. Наостанок хочеться почути все ж ті остаточні рекомендації. Ми вже про них багато говорили і чули сьогодні у нашій програмі, але ж все ж хочеться такий висновок лікаря-кардіолога. Ну, хочу сказати перше. Для пацієнтів, які здорові, їх рекомендація для них – це здоровий образ життя. Для пацієнтів, у яких є заболівання, це той же самий здоровий образ життя і постійна ежедневна терапія, которая поддерживает ваше сердце. Сейчас хочу сказать, что действительно очень популярно стал здоровый образ жизни, о котором мы говорили уже много за сегодня, но во всем важна золотая середина. Если мы сейчас посмотрим соцсети, то мы видим очень много фитнес-инструкторов, диетологов, нутрициологов, врачей и неврачей, которые занимаются нашим здоровьем. И я хочу сделать такой важный акцент для всех пациентов, что проверяйте, кому вы доверяете свое здоровье. Когда вы получаете информацию, читайте, обязательно анализируйте, перепроверяйте любую информацию, которую вы видите, проверяйте из достоверных источников. Не доверяйте первому человеку, которого вы увидели. Вы должны быть так же, как сейчас говорится, медицинская грамотность, самообразование. Это то, что сейчас очень важно. Ведь ваше здоровье только в ваших руках. Дуже дякую вам. Справді, такі дуже чудові рекомендації прозвучали сьогодні. Я сподіваюся, люди прислухаються і справді будуть довіряти і перепровіряти. Це дуже важливо. Ну, взагалі, хочеться, щоб всі ми були здорові. Здоровими, тож зустрінемось вже завтра і будьте здорові. До побачення.